Точечный захват. Аналогичное положение нунчаку в профиль. Положение жестких рукояток перед собой во фронтальной тренировочной позиции. Один из вариантов положения жестких рукояток в широкой фронтальной и кошачьей позиции. Скрытое положение сложного оружия в широкой фронтальной и кошачьей позиции. Передняя позиция и положение сложного оружия. Левосторонний бросковый шаг вперед. Эффективен на средней дистанции. Правосторонний бросковый шаг вперед. Скользящие перемещения используются на длинных дистанциях в основном в качестве завершающей атаки.